Дети читают стихи. Арапова Полина. Стихотворение «Говорят под Новый год». Автор Сергей Михалков. Говорят под Новый год, что не пожелается. Все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже у ребят сбыться все желания. Нужно только, говорят, приложить старания. Не лениться, не зевать и иметь терпение. И учение не считать за свое мучение. Говорят под Новый год, что не пожелается. Все всегда произойдет, все всегда сбывается. Как же нам не загадать скромное желание? На отлично выполнять